В Гагарском Приморском парке ведутся работы по его благоустройству. Так, за счет средств, выделенных из районного бюджета, уже на стадии завершения работы по укладке плиткой тротуарных зон. Начинается благоустройство и западной части парка возле пристани. В связи с этим торговые павильоны, установленные здесь, были демонтированы и убраны. Их владельцев об этом уведомили заблаговременно. В общем, было демонтировано более 10 торговых павильонов. В западной части парка в районе пристани будут проходить работы по благоустройству. В связи с этим был произведен демонтаж торговых лотков, которые уже пришли в негодность, имели не сопоставимый вид с парковским ансамблем. Администрация вместе с УВД по Гагарскому району провели работу по демонтажу данных павильонов. Территория будет благоустраиваться, разработан уже план благоустройства. В скором будущем приступим к работам. Как отмечает заместитель главы администрации Гагарского района Демур Цишба, руководство района владельцам этих павильонов будет предлагать альтернативные места для ведения торговой деятельности в курортный период.